Глава региона встретил главный христианский праздник в Бийске. Святую ночь он провел в Успенском кафедральном соборе, одном из самых красивейших и старинных в крае. В ночь с 1 на 2 мая во всех алтайских храмах прошли торжественные богослужения. И в отличие от прошлого года, прихожане смогли провести праздник традиционно. В прошлом году, осознавая то, что храм был закрыт, люди находились в печали. Вот. И эту печаль они восприняли ответственно в этом году, чтобы иметь возможность приобщиться праздника Пасхи не дома, а в храме Божьем, как это было всегда традиционно. И поэтому эта радость пасхальная, она особенно отрадна, что в этом году вот эта вот возможность, она воплотилась у людей. Христос воскресе из мертвых! Смертью смерть поправ. В день Пасхи прихожане приходили в церковь освятить куличи яйца. Во всех церквях каждый мог позвонить в колокол. А в соборном комплексе Иоанна Богослова даже установили специальный звонарский тренажер. Собрали куличи, покрасили яйца. Это делали наши бабушки, дедушки. И мы продолжаем. Их традиции, эти традиции чтутся в нашей семье, и не просто как какая-то светская традиция, а именно с точки зрения веры. Впереди православных христиан ждет Светлая Седмица. Светлой будет и вся последующая неделя. И на этот период у церкви тоже есть рекомендации – воздержаться от тяжелого физического труда и радоваться жизни. Маргарита Гартунг, Евгений Плохотин, Иван Зяблицкий. День с толком.